Привет, ребят. А я вам хочу еще показать вот таких вот малышек. Что это за четки? Был запрос. Четки маленькие для сумочки, но достаточно сильные. Что это за камень? Это зеленый агат. Почему зеленый агат? Потому что нужен был прям помощник. Маленький помощник, который будет всегда находиться в маленькой сумочке. И зеленый агат – это самый лучший помощник для медитации. Это самый лучший помощник для своего пути. Избрать свой путь и почувствовать, что ты туда идешь. Но это же, конечно же, еще не все. И здесь разные бусины зеленого агата. Опять же, это начинание. Поднимаемся, доходим до пика и опускаемся. И опускаемся, и здесь мы встречаем вот такую вот лампу Аладдина. Это именно тот, кто всегда с нами, невидимый в чем-либо, который готов исполнить наше истинное желание, которое у нас в душе каждую минуту. И именно вот этот вот помощник, который будет помогать исполнять только те желания, которые истинно твои, не навязанные социумом, а именно твои. И, конечно же, пошли дальше в изобилие. И через изобилие мы приземляемся к земле. Да, и вот такие вот малышки отправляются сегодня к своей хозяйке.